сверху, билеты в цирк. Мы увидим летающего человека. Человек-двойная звезда – большая загадка. Его никто не видел, кроме директора цирка. Я, как директор цирка, сразу же потребовал документ. Он дал мне визитную карточку с буквами АД. Потом поднялся, постоял в воздухе над моей головой и опустился. Я был потрясен. Тайную полицию интересует его внешность. Я предлагал ему 1 000 000, но он отказался. Извините, господин министр, но здесь нет фотографии этого человека. Как здоровье короля и моей дочери, моей племянницы? Все в порядке, Салли. Король, как всегда, в нормальной опасности, а твоя дочь затмевает всех умом и красотой. Человек – животное не родовое, видовое и чапи. Он царь, либо раб. Когда чуду нет объяснения, это одинаково вредно и для толпы, и для короля. Гуна знает все европейские языки. Изучает астрономию, архитектуру и даже электротехнику. Нет веры у людей, есть страх. Посмотрите, никто не верит в чудо, но все боятся его. И вы, дядя, тоже боитесь. Путь в тот мир без дороги. Он освещен вашей мечтой. Спрятаны большие зеркала. Это кажется, что он летит. Да пусть поиграет, как голубь. Опять ли он может сделать, как аэроплан? Пусть опустится ниже. Это обман. Падай. 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 Почему ты не падаешь? Мы хотим видеть, как ты грохнешься. Падай. 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 Человек не может летать. Падай. Вот оно, гневное око страха, безверия. Оно сильнее притяжения земли. Если никто не поверит в меня, я сорвусь в эту пропасть. Арестуйте, доложите мне лично, никому больше. Идите. Фотографии и статьи изъять в архив номер 5. Несчастный циркач пытался уверить, что для него не существует законов, созданных природой и Богом. Но, к счастью, скрытые электрические моторы сгорели, а шарлатана контузило током. Охрана! Я сейчас! Как? Нострадамус! Нострадамус и без футляра. Принесите хрустальный футляр. Это массовый гипноз! Иллюзион! Вот пишут в газете. Полуголодный циркач. Он жил в нашем отеле. Бетси убирала его комнату. А ну-ка, Бетси, расскажи им, что ты видела. Чего это я буду даром рассказывать? Пусть платят. Заглянула я однажды в замочную скважину. Я и теперь вся дрожу, как вспомню. Сидит он в кресле и говорит... Обожаемые, любезная моя конечность. И снимает левую и правую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. А он снимает левую и правую руки. Он снимает голову и бряк ее на пол. Это очень интересно. А чем же он снимал голову, когда у него не было рук? Вы напоминаете мне Ослиное царство. Там, кто не осел, урод. Редко кто достигает берега истины. А мы здесь барахтаемся и тонем в кружке вонючего пива. В одно прекрасное утро, когда будут звонить колокола главного собора, вы спуститесь с неба на площадь, где соберутся люди. В любой стране у вас будет все, что вы пожелаете. Я подожду до утра.
Иудам я скажу нет. Кто вы и зачем? Я пришла вам помочь. Я вам не верю. Я хочу, чтобы вы были свободны. Я свободен всегда, даже здесь. Вы могли бы спасти многих. И меня. Вас? Умоляю, бегите. Иначе придет человек и уничтожит вас. Кто? Мой отец. В этой стране все его рабы. Даже я. Кто он? Миллиардер Санти Даугави. Моя дочь хочет быть не жрицей любви, а жрицей власти. Где вы? Новые явления всегда кажутся безумными, ибо наше мнение о своем уме несколько преувеличено. Это мы тут, в тюрьме, пришиблены яблоком Ньютона. А там, на свободе, оказывается, яблоко летает. Но если это так, здесь конец физики. Может, какой-нибудь мечтатель задумается, пытаясь что-то понять. А как поймет, сошлют его на этот остров. Как тех ученых и меня. Я был когда-то скульптор. Однажды мне заказали высечь из скалы миллиардера Саадди. Он сам позировал. А кто его видал хоть раз, того ссылают на этот остров. Жена от родов умерла, а дочку грудным ребенком миллиардер Саадди поселил в тот замок в подземелье. 18 лет ее там держат. Кормят хорошо и одевают. Учат грамоте при электричестве. Называется этот опыт «Можно ли приучить человека жить без солнца?» Страной правит не король, миллиардер Саадди Даугавет. Его никто не видит. Даже с королем он говорит по телефону. Отгадай-ка, почему эта махина весом в 10 тонн крутится и не падает? Как видишь, машин нет. Под землей тоже нет. Может, на небе? А, это не мистика. Значит, есть силы, которые могут преодолеть трение, тяготение. Какие это силы, мы не знаем. У света тоже есть масса, но он летит, преодолевая силы притяжения планет. Я знаю, но Саадди не должен этого знать. Пока наука в его руках, ученый должен думать о последствиях своего открытия. Сила, о которой вы говорите, может саму Землю снять с орбиты. Где мы? Все хорошо, Тави! Господин Дроздов, можно мне снять повязку? Боже упаси, Тави! Ты ослепнешь! Благодарю вас, мистер Грантом! А кто это там говорит, мистер Грантом? Никого нет. Это ветер. Тебе показалось. А что такое ветер? Вы видите глазами. Я мысли. Мысли видят лучше. Забудьте про все и только не бойтесь. Я купил эту девчонку грудным ребенком. 18 лет ее содержали в помещении без окон, при электричестве. Учители внушали ей, что так живут все люди. Держу пари, она свихнется, как только увидит солнце. Если человека долго держать под землей, он не захочет жить под солнцем. Ставлю 100 миллионов. А! Если кому-нибудь плохо, я не помогу. Я не смогу летать. Вы с ума сошли. Из-за этой подобной мышки вы погубите себя и меня. Она жива? Она ослепла. Жива. Пусть смотрит. Уже заходит солнце. Если вы хотите иметь бездушных рабов, не обязательно совать их под землю. Нужно уничтожить эту цивилизацию, создать новую из двух видов людей, рабов и господ. Тогда мы не будем иметь таких сюрпризов от природы, как этот летающий человек. Все живет. Они не сказали мне неправду. Оно вернется. Да, Тави, они сказали тебе неправду. А вы оттуда? Да. Возьмите меня с собой. С вами будет хорошо и спокойно. Ты веришь в это? Да. Что это? Город. Там живут люди. Они тоже никогда не видят солнца? Они его так часто видят, что почти не обращают на него внимания. Доброе утро, девочка. Но мы же не виделись. Папа. Ты же знаешь, что это исключено. Я посажу его на цепь. Пусть он летит через поля и горы. За ним будет тянуться цепь. Тысячи кузнецов,
День и ночь будут ковать на ней новые звенья. Он будет мой. Я знаю, как его поймут. А, собственно, почему вы преследуете его? Ведь он же не совершил никакого преступления. Неуловимость страшнее преступления. Мы призываем науку к тому, постичь тайну этого явления. Наука сделать это пока бессильна. В вашем распоряжении все банки. Наша страна утратила идеалы. Она стала плодить толстосумов, жалких деляг, завистников. Падение наше будет быстрее, чем падение Рима. В этом виновны вы и ваши банки. Неправда. Из этих банков сотни миллионов идут на создание университетов и библиотек. Это не благо. Профессора ваши куплены. Какой-нибудь физик или химик прикидывается благообразным чудаком, а сам изобретает оружие для уничтожения человечества. Вы оскорбляете науку. Вы ренегат. За мной есть один грех, в котором мне не хочется признаваться самому себе. Я служил науке из страха, так же, как и вы. А теперь я не боюсь, а верую. Не религиозно верую, в науку на благо людей. Я мог бы теоретически объяснить тайну шара, но это значит погубить нашу планету. Этот грех я не возьму на себя никогда. Ученый должен служить правительству своего отечества. Да, если правительство моего отечества не против всего человечества. Я рад тому, что ты, как и я, враг ему. Он не должен жить, Руна. Влияние его огромно. Есть люди, их легионы, они обречены на бедность. Но если он озарит их души свободой, они пойдут на смерть. Если ты победишь его, у тебя будет все. Весь мир. Другого пути у нас нет. Я вижу, вы до сих пор не можете забыть того летающего человека. Кто живет просто, без гордости и лишних желаний, у тех людей все просто. И мысли, слово, и дело. Так живут рабы, но их смирение зло. Победитель тот, кто одолеет сам себя. Зло у нас самих. Нет зла во мне, ты же знаешь. Иначе я не смогу летать. Что с вами? Я ждала вас. Я верила, но я боялась, что вы не придете. Теперь я твердо знаю, только вы можете спасти меня. Вы должны овладеть миром. Что было в цирке, будет везде. Я дам вам деньги на постройку дворца, и люди всех стран будут преклоняться перед вами. Нет. Да, я мог бы поработить всех. Цель эта для меня отвратительна. Я ухожу. Я не пущу вас. Вас уничтожит мой отец. Я же вам предлагаю власть, деньги, славу, мою любовь. Я мог бы вас любить, но не служить. Ты могла бы разглядывать землю, как цветок. Но ты захотела, чтобы вся земля глядела на тебя, как на цветок. Мы полетим в страну, где все люди братья, Степс. Там говорят так. Сделай зло одному, сделай зло всему человечеству. А сделаешь добро одному человеку. Считай, сделал добро всем людям. Что я хотел спросить тебя? Как это ты летаешь? Вот и Тави тоже. И ты бы мог, как Тави, если б не боялся оторваться от земли.